Развитие и сохранение русского языка и православной культуры. Под таким названием в Кумертау прошла конференция. В онлайн-встрече приняли участие школьники, студенты, директора и учителя русского языка общеобразовательных школ и учреждений города Кумертау, а также директора и преподаватели воскресных школ Салаватской епархии. О великом, прекрасном Божьем даре, русском языке размышляли Пушкин, Тургенев, Гоголь и другие классики. И тема эта по-прежнему остается интересной и актуальной. Русский язык, как большая полноводная река, впитывает в себя элементы языковой конструкции других языков. И происходит взаимопроникновение и обогащение культур. Русский язык – это носитель не только языковой, но и духовной культуры. Поскольку сама азбука, она была создана святыми Кириллом и Мефодием. Конференция проходила в рамках реализации проекта «Территория развития и сохранения русского языка и православной культуры». Этот проект, созданный в Иоанно-Предтеченском соборном храме Кумертау, победитель конкурса фонда президентских грантов. В этом году мы будем принимать участие в проекте всех грантовых конкурсов и примем с таким проектом, как «Православный полдник». То есть это мы реализуем факультатив на базе одной из общеобразовательных школ города. А в рамках данного проекта мы хотим реализовать такие мероприятия, как конкурс рисунков, также встречи с интересными людьми, со священниками. И будем организовывать паломнические поездки. Все это, конечно, мы постараемся провести в рамках гранта. Почетными гостями конференции выступили первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина и епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Конференция завершилась награждением победителей епархиального тура детских рисунков всероссийского конкурса «Наследие святого благоверного князя Александра Невского». Он не проиграл ни одного сражения и даже после покровения совершал чудеса. Он меня очень заинтересовал. Особенно меня заинтересовала его смекалка, как он победил крестоносцев на Чудском озере. Лучшие работы представят Салаватскую епархию во втором заключительном этапе конкурса, который пройдет в Москве.